Виконую ті поставлені задачі, які стоять під керівництва нашої корпорації. Сьогодні хотів би пояснити ситуацію з своєї сторони, яка вона на даний час, і по-дальшому, що не було ніяких непорозумінь, ні одне особисто, ні в цілому, що робиться на даному підприємстві. Таке підприємство є державним підприємством і виконує державні програми, ті, що є зобов'язання по державі, повинна виконувати суттєву роботу по даній роботі, тому що два підприємства – це Одеський продовідуватор і Миколаївський продовідуватор, не буде велике навантаження, але в цілому ж повинні зробити дану роботу – виконання контракту із Китайською Народною Республікою. Коли керівництво компанії наймало мене як менеджера на дане підприємство, були поставлені відповідні завдання, і в тому, що я рейдер і захватчик, так як було доведено до відома багатьох працівників і засобів масової інформації до всіх інших, то це є суттєва неправда. Я менеджер. Нарушення за діяльності, це була перша гра з качеством. То есть занижение качества для собственного обращения сотрудников. То есть приезжала кукуруза с одним уровнем сорной примеси, сорная примесь завышалась, после этого проходил довоз и происходило физическое увеличение объема товара. Параллельно, опять же, информация про донецкую фирму, параллельно опять же сразу же это вопрос договора института и срыва его выполнения, потому что мы не могли ставить корабль. Вот. В свою очередь люди, которые, с которыми пан Бадилов подписал договор на перевалку сои, они незавуалированно заплатили на Николаевский портовый рынок все платежи, которые требовали для того, чтобы поставить этот корабль, и они поставили с его помощью этот корабль. В свою очередь, опять же, мы имеем информацию о том, что при отправке корабля кукурузы, который ушел буквально позавчера, были предприняты предыдущим руководством отменные шаги для того, чтобы саботировать эту отправку через нашу же таможенную службу. То есть люди на данный момент, опять же, продолжают всячески делать так, чтобы данное предприятие не работало нормально, не выполняло свою работу. То есть, да, они уже увидели, что трудовой коллектив для себя никакой угрозы не видит. Потому что мы декларировали, что мы не собираемся увольнять людей. Люди как работали, мы дадим условия лучше. Про Одессу вам уже сказали, мы выплачиваем в Одессе от 40 до 60% премии за качественную работу. Одесса сейчас работает на 130%. Одесса уже прошла точку своих проектных мощностей. И данное предприятие работает. То же самое произойдет и в Николае. Все нарушения, остальные нарушения, которые допущенный паном Бадилов, это в плане сои. Опять же, вчера мы получили факты, что та перевалка сои, которая осуществлялась на этом предприятии, финализировалась тем, что был проведен несанкционированный вывоз этой сои с предприятия. То есть, по-другому назовем это хищение. Хищение, которое не задокументировано. Да, есть прямые доказательства. В этом сейчас будет всем разбираться правоохранительные органы. Потому что подобные ситуации, которые произошли на Николаеве, нельзя допускать. Дабы избежать всяких и всяческих провокаций со стороны людей, которые не хотели покидать свои рабочие места, это такие как пан Цыпаль, пани Наконечная, пани Лива, мы допускали, что могут быть провокации, в ходе которых могут быть жертвы. Поэтому мы пришли к договоренности о том, что будет проведена встреча
моя с трудовым коллективом, на котором я буду выступать и обсуждать рабочие вопросы, которые есть у трудового коллектива в данный момент. Встреча прошла, коллектив задумался, потому что то, что мы наблюдали, это манипулирование сознанием сотрудников. Бывшее руководство рассказывало, что мы будем всех увольнять, что мы будем понижать заработные платы и так далее. Вот в свою очередь было доведено сотрудникам, что никаких увольнений, понижений зарплат априори быть не может. Один из этапов выполнения китайского контракта – это получение от наших партнеров рабочих площадок касательно работы привалов по земному пути. То есть на данный момент однозначно уже имеется проект по реконструкции Николаевского портового элеватора, имеется проект реконструкции и модернизации. То есть поэтапно он уже внедряется. Thank you.